Дорога и веломототранспорт. Профилактическую операцию под таким названием проводят инспекторы ГИБДД. С наступлением хорошей погоды активными участниками дорожного движения становятся мотоциклисты и велосипедисты. Инспекторы напомнили водителям о начале мотосезона и раздали памятки. Водителям двухколесного транспорта, конечно же, нужно соблюдать правила дорожного движения, не забывать показывать сигналы поворота, предупреждать других водителей о намерении изменить траекторию движения для того, чтобы избежать дорожно-транспортное происшествие. Помимо этого, конечно же, мы пообщаемся и с водителями автомобилей для того, чтобы они более внимательные были на дороге, не забывали смотреть в зеркала заднего вида, в боковые зеркала автомобилей. Сотрудники ГИБДД напоминают об обязанности всех соблюдать правила дорожного движения.